Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, друзья. Мне очень жаль, что я не могу присутствовать на этой замечательной международной конференции 16-й, но у меня есть возможность передать вам мой доклад через видео. Итак, сначала я представлюсь. Генеральный директор ОНО «Новое планетарное телевидение мира», молодежи, автор и реализатор более 70 российских и международных проектов, журналист, международник, философ, поэт, писатель, режиссер, педагог и так далее, Мария Карпинская. Мой доклад изначально зарегистрирован и называется «Стратегия и тактика построения мирового лада внутри старой системы без разрушения последней». Но он был переправлен и называется «Стратегия и тактика построения мирового лада на основе модели существующей державы». И о том, что с державой у нас действительно проблематично, и поэтому можно сказать, что, конечно же, это внутри старой системы будет строиться без разрушения последней новый мировой лад. И пришло время сотворение такого мирового лада для всех славянских народов и всего человечества в целом. Это новое образование уже формируется, и впервые мировой лад строится внутри старой системы без разрушения фундаментальных основ последней. Славянские народы, как им было и предписано, начали зарождение этого нового государства мирового лада первыми на планете Земля. Как это происходит? Это также происходит, как внутри чрева матери зарождается новая жизнь. И при правильном зачатии она создает человека с выбором самых лучших качеств, которые ребенок берет от матери и отца. И так возникает лад, семья, ячейка от гармоничного соединения мужского и женского начала. Все вы это знаете. И такими ячейками на сегодняшний день уже стали, или клеточками, множество малых общин и поселений, в которых люди учатся жить в ладу с природой друг с другом. Для того, чтобы сотворить мировой лад и распространить его по всему миру, сначала возникает точечное поселение, они уже есть, а потом они могут расширяться, услышите, до бесконечности. А когда они начинают расширяться, расти, то исчезают границы и нации. Но остаются народные традиции, которые являются многообразием славянского мира. И преимущество в том, что поселение – это не признак мирового господства, власти и насилия, и зла. Это господство истинной свободы творчества народов и проявление в них единого корня нашего человеческого рода. Сейчас по всему миру зарождаются разные общины, поселения, навеянные той или иной культурой поведения лидеров или существующие самостоятельно, саморазвивающиеся, с традициями и элементами истинной культуры славянского народа. Мне, лично мне, удалось побывать во многих общинах разных стран. И все живые общины, поверьте, все в разных уголках Земли оказались говорящими на славянских языках или русскоязычными. Это говорит о том, что славянские народы обладают особенным общинным мышлением, особенным воображением, и они имеют глубокие корни связи с Матушкой Землей. Итак, мы подводим итог. Мы имеем Отца, который для нас является божественной силой, и мы называем Его по-разному. Кто-то говорит «Отец Небесный», «Бог», «Господь». Мы не обозначаем Его конкретным именем, и каждый может называть Его любыми именами, какие кому нравятся, внутри самого себя не озвучивая, потому что имя – это всего лишь звук, важнее понимание, знание, чувствование Бога внутри самого себя. И славяне говорят, что «Бог во мне». Но для зачатия мирового лада обязательно нужна мать. И мать у славян всегда есть, ее называют по-разному. Матушка земля, ласково, очень нежно. Мать сыра земля, земелька. Отсюда людей стали называть земелями, земляками. Славяне являются сынами и дочерями матушки своей земли и Бога Отца, а не рабами. И только во вторую очередь
Мы являемся детьми своих земных родителей. Земля и все, что к ней относится, придает нашей жизни душу и наполняет нас нежными и милосердными чувствами. Когда мы соединяемся с Матушкой Землей, мы умиляемся природой, животными, птицами и друг другом. Славяне не изолируют природу от своей жизни, и она живет и одухотворяется славянами и посылает все необходимое для жизни раздольной и родит так много, что все будут сыты. Когда природа постоянно находится между нами и живет при славянском роде, уходит то, что называется сброд, он исчезает, уходит, выходит и зарождается народ. И наш род воскресает. Человек и природа всегда должны быть вместе. Города не для нашей матушки земли, и не для жизни славян, и не для строительства мирового лада. Мы все хорошо понимаем душу и значение слова «лад». Это значит «все ладно», «все красиво», «гармонично», «правильно», «по чести», «по совести». Итак, зачатие мирового лада уже идет полным ходом. Эти явления, этот путь людей в свой изначальный дом уже начался, ни у кого не спрашивая. Как вы знаете, что за рождение ребенка тоже никто ни у кого не спрашивает. Встретились, полюбили и произошло. Так и это. И сейчас люди уже являют традиции и обычаи свои роды. Природа при них, Отец Небесный в них. Соединение неба и земли дает возможность нравственного равновесия и лада внутри людей, что есть самое главное. Что же делать дальше? Первое – не мешать, а помогать росту общин и поселений. Для этого нужно создать рабочую группу помощи, произвести пересчет и учет всех поселений. Обязательно нужно написать, раз это происходит в Беларуси, в Минске, написать письмо президенту Лукашенко и попросить его покровительства и разрешения на земле белорусской создавать вот такие новые поселения. Неважно, кто там будет, из России или из Украины, люди, говорящие на любом из таких языков. Ничего не ломать, не вмешиваться грубой силой, не навязывать своих уставов и правил, поддерживать всеми средствами и силами. И второе. Добиться отмены всяких налогов на жизнь в таких поселениях. По крайней мере, на первые там, 10-15 лет. Чем стимулировать эти образования? Чем мы можем вам помочь? Эта фраза должна стать главной для органов власти старого миропорядка. Старая система, как мать родная, должна быть заинтересована в изменении не революционном, не бунтарском, но в эволюции тех, кто стали первыми вестниками нового объединенного государства Лада. Третье. Объявить конкурсы и проводить ежегодные ярмарки и фестивали, искать наиболее красивые и необычные формы новой культуры и объединений. И самое лучшее сделать образцами и, конечно, рекламировать, говорить о них с целью привлечения внимания людей, чтобы люди захотели заселять родную матушку-землю. Четвертое. Обеспечить полную безопасность для поселений. Это значит, у нас есть казачество, международное, российское, наверное, в Беларуси. Охранять такие общины и новое образование, и поселение с помощью казачества. Поселения – это дети, и они нуждаются в поддержке. Остальное люди сделают сами. И нужно понять, что поселение в той или иной форме уже является настоящим форпостом и мирной армией будущего государства мирового лада. Они возмужают и станут защитой для Матери-Земли от мирового зла и человечества тоже. И, конечно, стоит предложить единую идеологию, правила и нормы, которые выберут сами поселения, уже укрепившиеся, выстроенные в ладу друг с другом природой и обществом. Если какое-то поселение отказывается от предложенных правил жизни на земле, нужно внимательно посмотреть, что им мешает жить подобным образом и помочь принять единую идеологию. Поселению
основанных личностями, которые объявили себя мессиями, пророками, гуру, распространять информацию о лучших славянских поселениях, основанных на самоуправлении и ладе. И постепенно, если информация будет правильно поступать и распространяться, и все начнут дружить между собой, поселения, эти поселения уйдут от заблуждений лидера и придут к единому коллективному сознанию и ладу всех общин Руси. А лидеры перестанут паразитировать, потому что люди не дадут им такой возможности, и они станут тоже такими же членами общества, как и все остальные. Общины и поселения составляют единую мировую семью лады. Мы все имеем интерес вернуться к родовым корням и жизни в ладу с природой, самими собой и Богом. Ну, если вдруг кто-то говорит, что он против, то этот человек сам себе убийца. Потому я уверена, что все за. И в первую очередь чиновники. Их души требуют особого исцеления. Такие качества людей, как алчность, жадность, нечестивость, отсутствие совести, способность к воровству, обману, нужно считать психологическими болезнями страха выживания и отсутствием чувства собственной безопасности. Нужно найти гуманные способы лечения. И помогут при этом общинные поселения на природе, на матушке-земле, в которые должны ездить чиновники и там, так скажем, тоже жить, как обычные люди. И я говорю еще одно предложение для всего человечества и для вашей конференции. Надеюсь, что все мои предложения будут приняты, потому что они несут в себе энергию жизни, и они разумны. Жизнь. Предложение для человечества. Жизнь – это самое драгоценное для каждого человека. Я думаю, что не найдется ни одного, кто скажет что-то наоборот. Объявить необходимо жизнь каждого человека высшей ценностью на планете и во Вселенной. Это то, что дано нам свыше от Бога и от Матери Земли. Остальное мы делаем сами. И верить жизнь каждого человека в будущем, в мировом ладе, станет задачей форпостов будущих поселений и общин. Рабочая группа должна состоять из людей, которые будут называться странники. Общины – это скелет будущего мирового лада, государства нового. А мышцы будут постепенно нарастать, если будут помогать. Рабочая группа будет направлять странников не по слову мира. Это слово затерто и уже несет в себе не то значение, а странников. Назначить праздник, День странника. Он уже проводился в моей организации 11 июня каждый год. Им почет и уважение особое, и подготовка. И все необходимое нужно давать странникам, чтобы они могли посещать общины и работать экспертами. Странники обычно люди, не обремененные семьей и детьми. Они свободные, и поэтому они называются странниками. Странники станут кровью и лимфой будущего тела нового государства Лада. Они отправятся в путешествие по всем общинам мира, собирая и синтезируя все лучшее, что именуется опытом построения нового мирового лада. Лично от себя, как автора и хранителя памяти древней ведической культуры славянской, хочу предложить на будущее одно очень важное предложение. А именно, поверьте, это имеет большое значение. Заменить астрологический календарь влияния звезд, планет и тотемных зверей на судьбы людей, на новый календарь, который мне был открыт в 2010 году. Каждый человек станет хозяином своей судьбы и не будет зависеть от астрологов и настроения звезд. Вот, и вот этот календарь вы видели в самом начале, и вот сейчас вы его можете видеть. И совсем не случайно именно в этот год происходит конференция «Мировой лад. Противовес мировому господству». И по знаниям моего календаря, именно 2017 год является годом лада. Это кажется фантастичным, случайным, но это не случайность. Вот и вы видите этот календарь, и можно его посмотреть у меня на сайте «Гороскоп», да, новый Марии Карпинской. И дальше его можно разработать. И вот этот год Лада, 17-й, тоже уже внести, что он так и есть этот год. Я сама
готова стать либо экспертом, советником, странником, а может и председателем будущей рабочей группы, так как я имею огромный опыт в этой области. Других вариантов построения мирового лада, поверьте, просто нет. Я очень благодарю вас за то, что вы уделили мне внимание и выслушали этот доклад. Я надеюсь, что все, что я сказала, будет принято. Благодарю вас и всего вас доброго. Всего вам доброго. Я надеюсь, что сейчас я в Индии, передаю вам привет от теплой Индии, от наших индийских братьев, где сохранились наши славянские знания. Я надеюсь, что обязательно приеду в Минск и обязательно приму участие в работе этой группы. Всего доброго. До свидания.